Друзья, приветствую всех на канале Суккулента Тляли. Сегодня видео распаковочка. Я себе заказала подарочек 8 марта. Посылочка шла из Казани. Вот такая большая упаковочка. Но не думайте, что там целая куча цветов. Нет, там всего один цветочек. Ну, очень красивый. Сейчас, друзья, попробую. Я специально не стала распаковывать. Друзья, извините, трясется. Если кому-то не нравится, пожалуйста, перемотайте, не смотрите. Сейчас я попробую тут, чтобы не тряслось, хоть немножечко в стороне. Расскажу вам, посылка шла из Казани. Вот, друзья, достала я из коробки, чтобы вам тут не шуршать, не дергать. Шла посылка из Казани, город Курск. Была отправлена 20 февраля. Первым классом была посылочка. Вот так хорошо мне ее утеплили. И пришла она 27 февраля. Хотя первым классом. Не быстро. Ну, там праздник был, 23-й выходной. Я так понимаю, что почта не работала. Я, как всегда, люблю заказать под выходные, под праздники. Несколько дней она просто лежала на сортировке, наверное, около 2 или 3 дней. Я надеюсь, там было не холодно. Сейчас, друзья, откроем. Если плохо видно, извиняйте. Вот. Хочу вам показать, как упаковано. Я тоже думаю, многим это интересно. Вот была коробочка, в коробочке еще коробочка, да? Как матрешка такая. Еще и утеплитель. О, друзья, это вообще еще упаковки. Вот такой утеплитель. Хм. Такая милая открыточка. Хм. Так приятно. Сейчас покажу вам бирочка. Ой, упала. И вот такая открыточка. Такие мелочи, но очень приятные мелочи. И бирочка. Вот так здесь еще утепление. Убираю коробку в коробке. И вот такой еще сверточек. Ну, конечно, наверное, сколько я посылок заказывала за все время увлечения суккулентами. Это высший пилотаж утепления, конечно. Растение это, я бы сказала, не дешевое. Продавец ответственно отнесся, дабы не заморозилось. Хотя вот у нас сейчас морозов сильных нет. Но ночью сейчас морозы стоят. Вот 2 дня, вчера, сегодня 8 градусов. Было так днем. 0 плюс. В Казани вроде бы тоже я смотрела. Не сильные морозы были, когда я заказывала. Ну, у нас же меняется погода все время. Вот, друзья, длительная распаковка получилась. Я как-то не рассчитывала этим шуршанием длительно вас мучить. Ну, ладно. И вот такой еще колобочек.
Сейчас посмотрим, как тут моя растенница. Жива-здорова ли? Надеюсь, что да. Еще вот такой колобочек, колобочек, колобок. Ну, настоящая, друзья, матрешка. Коробочка в коробочке, утеплитель в утеплителе. Все для наших любимых растюх. И вуаля! Вот такая красота. Называется, друзья, вот название. Так. Pink Funky Gold. Если правильно прочитала. Надеюсь, что правильно. Все в целости. Все в сохранности. Такая прелесть. Такая огромная. Вообще не повредилась, не потянулась. Мне кажется, даже она в цвете не потеряла. Это корейская эшечка. С пылу с жару, можно так сказать. Вот она из Кореи, да, доехала до Казани. А потом до меня. Вот тут цветоносики сухие. Я их уберу, нижние листочки уберу, обязательно обработаю, посажу. Вот такая красота. Она с небольшим налетом, но не очень сильный у нее налет. Мне кажется, она немножечко лилоцину напоминает варегатную. Может, это у меня такая ассоциация? Что-то есть, да, но у лилоцина очень мощный налет. А здесь его практически нет. Но я люблю эшки без налета. В основном. Ну, за исключением, вот, например, Креспата Бьюти мне, конечно, очень нравится. Ну, такие, как Лау, я вот не люблю. У меня нет ее в коллекции. И вот это практически без налета. Вот я ее держу. Ну-ка, посмотрим, да. Вообще, красота. Вот такой, друзья, я себе сделала подарочек. Слава богу, все нормально доехало. Друзья, всех целую, обнимаю. До новых встреч. Всем пока.